Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про індустріальне мистецтво. У нас в гостях експерт зі світлового дизайну Микола Каблука. Микола Каблука – засновник та арт-директор світлотехнічної компанії. За фахом магістр мистецтв світлового дизайну. Разом з групою однодумців реалізував такі проєкти, як освітлення вулиць Короленка, Яворницького, Катеринославського бульвару, хобі арт-дизайн. Власне, хочу почати розмову, нашу розмову про світлове мистецтво, про світловий дизайн, власне, з вас. Що це таке для наших глядачів? І чому ви, і як ви до цього прийшли, і чому ви вирішили займатися? То, що ми робимо, це називається архітектурний світловий дизайн. Це виявлення світом архітектури об'єктів, які формують городську середу, городський силует, якусь навіть структуру міста. Вот. Занимаемся мы этим уже очень давно, уже больше 20 лет. И, собственно, ну, работаем по всей Украине и далеко за пределами Украины. Вот. Но в Днепре очень здорово и приятно, что город достаточно в плане, скажем, генплана и структурной застройки, один из передовых в Украине. И нам очень приятно то, что большинство знаковых объектов, которые создают уже узнаваемый силуэт города, таких как Минора, видно с моста и с набережной, комплекс башни, пассаж на центральной площади, каскад Плаза и все здания вот вокруг Екатеринославского бульвара, ну и многие другие, это наши работы. Вот. Выросло это из хобби, из, скажем, восхищения, когда этого совсем еще не было в Украине, в какую-то одну из первых поездок за рубеж, будучи еще студентом, я увидел, как архитектурные большие громадные объекты трансформируются совершенно в какую-то фантастическую такую эмоциональную картинку в темное время суток. Это в Польше я увидел. Вот, и возникла мысль, что вот почему у нас достаточно много объектов в Днепре, почему бы это не делать здесь и у нас. И вот год за годом набирали мы опыт. С первых лет работы я стал представителем Украины в главных всемирных ассоциациях архитектурного светового дизайна, поэтому тесно работал с коллегами. И вот там крайние лет 10 мы уверенно вошли в число лучших в мире. Мы там, практически каждый год оказываемся в числе призеров, победителей главных всемирных конкурсов. Вот, там есть 4 главных там, кита со штаб-квартирой в Лондоне, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. И мы практически каждый год попадаем среди вот глобального соревнования коллег со всего мира, попадаем в число призеров или победителей. Микола, в этом контексте, а в каких странах взагалі цей вид мистецтва є популярним? Це Захід, це, не знаю, це, можливо, Південь, там, де є курорти. І от наскільки, за вашими відчуттями, це є популярним зараз в Україні? Ну, ми про Дніпро поговоримо ще. От як зараз це у світі? Ну, это вообще очень, скажем, такая востребованная отрасль, и она уже около 30-40 лет является академической специальностью, которую учат в вузах. Architecture Lighting Design называется эта профессия, архитектурный световой дизайн. У нас на постсоветском пространстве пока нет, к сожалению, учебных заведений таких. Вот, но, то есть мы собираем опыт по крупицам, есть мысли в Украине тоже запускать на базе, там есть предложение культуры обучения. Вообще это начиналось из стран с развитой системой проектирования, это Британия, Великобритания, Германия, и это очень развито в Соединенных Штатах, в Северной Америке. Вот, то есть там всегда, вот, там, практически 100% объектов, архитекторы на ранней стадии проектирования приглашают команды, подобные нам, когда еще даже не определен конечный облик объекта. То есть это не просто расставить светильники, не просто осветить. Это про эстетику, про эмоциональное восприятие объектов, про генплан. Есть такой даже термин «световой мастер-план города», который вот скоро заходит и в Украину, когда нормируются какие-то принципы. Ну так, я, до речи, не чув у нас, ну, про генеральный план, про опорный план я чув вместо. Вот, да, вот, световой вот, мастер-план, да, это приблизительно, скажем, то же самое, что и архитектурный мастер-план.
план, генплан города, только в разрезе света. То есть анализируются функциональные какие-то районы города, что является главными магистральными, второстепенными, широкими, пешеходными, спальными или там туристическими, и свет как-то структурируется, чтобы он не был у соседних зданий как-то неорганично сочетаем. То есть не то, что все было одинаково, но чтобы было все в каких-то, скажем, кодах иерархии яркости освещения, какие-то определенные оттенки освещения или максимально теплый свет, если как-то хочется выделить историческую застройку и центральную часть города, чтобы, заходя в нее, ты сразу ощущал, или там, допустим, какой-то деловой центр какими-то, наоборот, холодными оттенками, там, парковые зоны какие-то вырабатываются, тоже приемы, которые стандартизируются, нормируются для этих районов. Это очень большой тренд сейчас вот в европейских городах. Сейчас вот у нас есть проект «Первый город в Украине», который тоже будет делать световой мастер-план. Мы включаем в работу топа номер... Це Дніпро буде, чи Київ, чи... Это два, скажем, города. Есть большие шаги в этом плане, вообще говоря, два. Это и Днепр, который изначально, я считаю, выделяется в том плане, что Днепр все-таки самый, наверное, город, в котором единственный, наверное, явно отрывающийся от всех, там, и Киева, и Львова, и не говоря уже об Одессе, в плане структурированности и выдерживания какой-то все-таки системной застройки. Он давно, еще с советских времен, структурирован вдоль набережной, есть определенная философия, Днепр как центральная улица города, и набережную не загромоздили. Вот, и здания, которые возникают, там, прилегая, там, Крутогорный, это тоже образцовые ансамблевые застройки, на которые равняются все архитекторы Украины, достаточно много качественной современной архитектуры. Ну так, до речі, стосовно Крутогірного, ну от знаю, що на Крутогірному 21 зараз створюється власне такий простір, да, де це історична застройка, одна з перших будівель взагалі у нашому місті. От чи немає у вас планів, ну я не знаю, якщо немає, то немає, да, якось підсвітити? Там зараз якраз ведуться роботи по фасаду, от в цьому плані. Это один из самых, наверное, красивых фасадов, сохранившихся, там, которым, по-моему, около 200 лет, из самых старых фасадов Днепра. Так, на трохи більше. Да, даже больше. Вот. И нам очень посчастливилось тоже принимать участие в этом проекте. Во-первых, сама его функциональная начинка, которая выбрана, что это центр современного искусства, я считаю, что это очень большой маркер того, что в Днепре все хорошо, когда есть какие-то культурные мероприятия, причем даже современные, и такие, как платформа, которая там зарождается. Это не просто музей, это будет платформа для творческих людей. Вот. И мы там участвуем и во внутреннем освещении, там шикарные сохранившиеся, есть фрагменты лепок, вот это 200-летний кирпич. Атланты. Да, атланты, которых мы очень тщательно, как такие скульптуры подсвечиваем, эти мультифункциональные пространства, которые уже начали работать, вот мы их осветили с максимально топовым светом, динамичным. Скажем, мы даже сделали его для уровня Днепра с запасом, мы сделали на уровне МОМА, это одного из двух самых престижных, знаковых, дорогих центров современного искусства. MoMA – это Museum of Modern Art в Нью-Йорке. Вот мы общались с коллегами, и те технологии и подходы, которые мы применяли в освещении экспозиционных пространств нашего культурного центра, они даже лучше, чем то, что применено в MoMA. Там применен уникальный софт, и фокусы светильников регулируются динамично, то есть в зависимости от объекта, картина большого, маленького размера, скульптура, свет перестраивается, как там самый топовый театральный свет. Вот. И мы работаем также по фасаду этого объекта, и он связан, вот что приятно, что это не точечная застройка, реконструируемая рядом площадь Успенская, которая вот называется, она очень грамотно с точки зрения урбанистики вот, делается. Не просто там, давайте тут не было благоустройства, просто сделаем, чтобы хотя бы ям не было, и там освежим газоны. Она делается очень продуманно, учитывая, что там есть центр современного искусства, примыкающий сотый лицей. Там переносится проезжая часть, вот, которая разделяла сотый лицей с пешеходной частью, на противоположную сторону. И это получится будет открытая пешеходная зона, прямо непосредственно примыкающая к центру искусств и к сотому лицею. То есть эти все внутренние процессы могут выходить, не пересекая дорогу наружу. И оттуда же, говоря уже о генпланах, то, что думает, пешеходная аллея будет выходить к фестивальному причалу. И это замыкать будет длиннейшее пешеходное кольцо, которая точно сейчас самая длинная в Украине.
вместе с открытым в прошлом году бульваром Яворницкого, соединяющий парк Шевченко с парком Преображенским собором. Да. Это получается длиннющий пешеходный маршрут, который можно гордиться. Это бульвар Центрального проспекта, потом парк Преображенского собора, новый бульвар Яворницкого, попадаешь в парк Шевченко, с него спускаешься на набережную длинную, и с набережной по пешеходной вот этой новой стреле попадаешь на Успенскую площадь. Так, ну є такі проекти, і я чув про це і говорили в тому числі з Геннадієм Корбаном стосовно створення музейної мілі так званої. От я хотів вас питати такий момент, я бачив у Фейсбуці, що ви нещодавно, буквально днями, напевно, дали інтерв'ю Євгену Черняку, програма «Біг Мані». От я за гроші хотів спитати. Власне, от сучасне мистецтво, і, зокрема, те, чим ви займаєтесь, це в першу чергу це мистецтво чи це бізнес? І чи можливо на цьому заробляти гроші, і великі гроші? Ну, нужно определиться, що таке искусство, і, скажем, є таке... Просто эстетика, есть чистое искусство, которое совершенно некоммерческое. Я думаю, то, что мы делаем, это скорее все-таки не искусство в чистом виде, это эстетика города, это выражение, скажем, архитектуры и среды, подчеркивание ее светом. Я вот такую аллегорию к тому, чем мы занимаемся, скажем, когда-то для себя сформулировал, что если провести параллель, что архитектура – это вот как поэзия, то поэзия – гениальное поэтическое произведение, оно уже гениальное. Но если кто-то его не понял и рассказал невнятно, не там делая акценты, запинаясь, то тот, кто слушал его, ничего не понял, подумал, какая-то ерунда, не оценил его. И в то же время то же самое произведение, кто-то, кто знает, как его рассказать, рассказал его с пониманием, с глубиной, так что у тех, кто слушал, дрогнули струны сердца, слеза навернулась. Эффект противоположно, диаметрально противоположный у тех, кто воспринимает. А произведение одно и то же. То есть суть в том, как его донесли. Так вот, свет – это то, что доносит архитектуру, то, что ее раскрывает. Видим мы всю архитектуру визуально, визуально – это отраженный свет. И вот выстроенный свет, он формирует, он может либо усилить, подчеркнуть, раскрыть, либо может, наоборот, снивелировать и, скажем, хорошую, прекрасную архитектуру как-то неправильно донести до зрителей. Поэтому мы вот те, кто должны ее понять, архитектуру, общественное пространство, усилить как вот катализатором химической реакции, донести, чтобы у людей это вызывало яркую эмоцию. И вот если говорить о Днепре, например, поскольку мы и работаем, работая по всему миру, все-таки живем осознанно и офис оставляем здесь, я очень горд, что в Днепре очень много красивых эмоциональных пространств, вот новых бульваров, в которых, кроме самих благоустроенных бульваров, уже есть целая среда, окружающая современными красивыми зданиями, которые в вечернее время приобретают вот ту эмоцию, которую там в соцсетях люди искренне говорят, как у нас красиво. Приезжаю сюда, говорят, как красиво. Все эти Каскад, Плаза, Минора, Пассаж, объекты, которые формируют вот эту вот эмоцию красивого вечернего города. Так, ну, власне, я хотів вже перейти так до теми нашої безпосередньої розмови. Зараз, ну, я думаю, більшість містян обговорюють День міста. От це свято, з вашої точки зору, по-перше, от що ви розумієте під Днем міста і як воно має проходити взагалі, з вашої точки зору? Зараз точиться стосовно цього дискусії. Чи це має бути якесь традиційне свято, чи навпаки, динамічне? Кожного року має бути щось нове. От ваше бачення. Ну, я считаю, что такого термина, как «должно быть» вообще, нет, да, нужно пробовать, подвергать сомнению традиционные какие-то привычки. И мне очень нравится, что в Днепре как раз экспериментируют. Если когда-то День города это была просто согнать полгорода в одну точку, в давку, сделать какой-то один концерт, и в этом весь День города, то, наверное, в нынешних реалиях уже современного мира вот такая модель, которую сейчас в городе делают, децентрализованная, для, скажем, не нужно всем набиваться в одно место, то есть есть куча площадок, это происходит в течение всего дня, интересы у людей разные. Как децентрализация в стране, которая дала много положительных моментов, я считаю, что децентрализация в плане празднования – это тоже очень хороший нашего города шаг. И в этом плане он тоже передовой. Мне нравится, что есть там концерты для тех, кто больше любит классическую музыку на новом бульваре Яворницкого. Да, те, кому все-таки хочется более молодежного формата, это на фестивальном причале.
і там вже є маса цілих там локацій в течение всього дня, де можна тим, хто з дітьми, тим, хто інтересується якими-то определеними, скажімо, сферами інтересів. От я вважаю, що це дуже здорово. Так, ну, власне, безпосередньо до конкретної події, до конкретної інсталяції, яка буде стосовно заводських труб колишнього заводу імені Карла Ліпнехта. Власне, перетворити ці труби на арт-об'єкт виникла ідея ще минулого року. І, власне, вона була реалізована також на День міста 2020. От я хотів саме про ідею. І для тих наших глядачів, хто, можливо, не бачив, не пам'ятає, можливо, не читав програму на День міста 2021. От що за арт-об'єкт і що це взагалі за труби, такі є у нас на лівому березі Дніпра? Я скажу, що це інсталяція, яка вот, вже поетапно воплощається. Она, во-первых, она не год назад возникла. Это очень долгий проект, и идеи, и первые, скажем, шаги по проектированию возникли больше 3 лет назад. Я думаю, что даже около 4 лет назад. Вот. Одним из, вернее, ключевым инициатором, скажем, этой идеи как-то трубы эти, скажем, не разрушить, это был Геннадий Олегович Корбан. Вот в какой-то беседе вот такая идея возникла, что эти же трубы – это сложнейшие инженерные сооружения. К счастью, они не дымят уже. Это территория бывшего завода Карла Ліпнехта, который когда-то… Ну, может, кто-то за этим жалкует, напевно, да? Тобто, ну, можливо, якісь робітники, да? Нет, наш завод закрыли. Нет, его как раз же не закрыли, для тех, кто, может быть, я думаю… Так, ну там Интерпайп, да. Да, Интерпайп вот построил, и это очень хорошо, скажем, уходя от парадигмы еще там начала индустриальной эпохи, когда заводы строили в центре города, чтобы люди жили рядом, тут же работали. Никто не считался с там, экологическими аспектами этих моментов. Сейчас это дело Интерпайп перевел в современную электроспецсталь, выведя, скажем, уже в бездымные современные домные электрические производства наружу, и остался, как, скажем, пятно, освободившееся завод Карла Ліпнехта. И это прекрасная идея, инициатива города и Интерпайпа эту территорию отдать городу и сделать там современный IT-парк, индустриальный парк, в котором будут там производство, благоустроенные зоны, жилье, то есть это уже интегрируется в систему города. Старые цеха разрушались, и стал вопрос, что же делать с трубами. То ли их тоже разрушить, вот, а сооружения эти колоссальные, труба, например, главная, она 120 с лишним метров высотой, это 4 9-этажных дома, поставленных друг на друга. Вот. И вот у Геннадия Олеговича Корбана возникла идея вот, подумать, что же с ними можно сделать. Вот. А поскольку у нас был опыт подобного проекта в Киеве, Unit City очень известный, центр там, «Силиконовая долина» украинская, в Киеве, где тоже на месте завода сделали центр инноваций, и там была такая же ситуация, одна маленькая труба, которую превратили в символ этого Unit City. Огромным лучом, который связывает Землю и космические, скажем, знания, символизируя, что там вот здесь это прознание. Нам пришла идея, что поскольку в Днепре есть вот эта вот центральная улица, открытый Днепр, незагроможденная набережная, видно противоположный берег, где торчат очень систематично эти трубы. Даже какая-то аллегория возникала, что это чем-то напоминает орган вот, с трубами разного диаметра расположенными. К счастью, они не дымят. И вот идея, когда к нам обратились вот что-то придумать, мы отнеслись к ней как к новому такому имиджевому изменению города, который символизирует, что город уже вышел из индустриальной эпохи, но это наше прошлое, о нем нужно вот оставить трубы как памятник этому. Но раньше они излучали дым, грязь, а сейчас они излучают технологичный свет, и они создают образ распускающегося за счет сверхмощных лазеров светового цветка, цветков панорамі міста. Що відбувалося, нагадайте, знову ж таки, минулого дня міста, у 2020 році, що зробили з цими трубами? В прошлом году була запущена перша, самая висока труба, вот, як пробна, і вона була теж відкрита на День міста. Це дуже символічно, що день, коли всі задумуються о місті. Ну, это как у человека, день рождения, да, когда анализирует сам человек, туда ли он движется, какие есть достижения, его поздравляют с успехами или там что-то, есть возможность там обсудить достижения и планы. То же самое и в городе, поэтому какие-то такие городского масштаба события хорошо, когда открывается на этот день рождения. И вот была запущена эта первая труба, которая была еще интегрирована со световым шоу на День города. Это тогда очень
позитивный вызвало фидбэк у горожан, потому что это как бы, ну, создало, что это не просто, ну, вот как обычно, салют, а что-то придумывается новое. Идея вообще этой инсталляции — создать новые ассоциации с Днепром. Есть такое вот в мировой практике сити-брендинг, когда меняется бренд, ассоциация первая с городом за счет каких-то архитектурных изменений, символов. Самый близкий к нам в Украине пример — это Винницкие фонтаны. Да, вот кто-то что-то о Виннице слышал, не слышал, но я думаю, что там процентов 50, то и больше, наверное, при вопросе о Виннице скажут: в Виннице есть фонтаны красивые, световые, на которые все ездят смотреть. Ваша работа? Нет, это не наша работа, это фонтаны. Мы занимаемся светом. Вот, хотя мы сейчас, да, и фонтаны тоже интегрируем в наши системы уже. Но вот это пример такой украинский, и это действительно сработало. То есть он стал привлекать туристов, он сделал хорошую, светлую, добрую ассоциацию с городом новую. Вот такая же задача у нас есть и с Днепром, чтобы город ассоциировался не с трубами дымящими, не с заводами, что, ну, вот как этот, из школьной программы, еще помню, город, это Днепр, индустриальный, Днепропетровск, индустриальный город, ковши, сталь и так далее. Сейчас это плавно отходит на второй план, этому спасибо, но это где-то потихоньку уходит в прошлое, и современная экономика городов, это уже про творческие профессии начинают играть, творческая экономика больше начинает играть роль, это всевозможные там IT-профессии, слава богу, космический бэкграунд уникальный города оживает уже силой современных космических компаний, которые являются там вот подрядчиками Илона Маска, в том числе. Вот не все горожане, наверное, знают, что Днепропетровская компания является подрядчиком главным компании Илона Маска, который покрывает планету глобальным интернетом. Делается это в Днепре. Поэтому хочется, чтобы город этими символами рассказывал, что это город уже про высокие технологии, про эстетику, про экологичность, про искусство. Ну, власне, цього року що буде? Можемо проанонсувати. Да, вот в этом году уже запускается, в прошлом году это одна пробная была труба, в этом году мы запускаем уже 5. Это большой блок, который работает уже мощно, большим комплексом. Эти трубы будут, они запустятся вместе, интегрированы будут с музыкальным фейерверком, то есть эти лазеры, свет, фейерверки, это все будет 10-минутное шоу в субботу в 22:15. И это можно будет наблюдать с фестивального причала и со смотровой площадки парка Шевченко. Но эта инсталляция будет жить теперь уже каждый день, каждый вечер. Два раза в неделю, в пятницу, в субботу, вот такое мощное шоу, на которое могут приезжать гости города или горожане, собираясь на площади с музыкой. Вот эти две смотровых площадки, они озвучены профессиональным звуком, и это в автоматическом режиме. Каждый вечер, пятницу, субботу, в течение всего года это шоу проигрывается. А кроме того, они будут работать каждый день, они будут светиться в панораме города оттенками, которые специальные камеры, установленные на трубах, фиксируют, в какой оттенок света солнце заходящее окрасило ландшафт нашего Днепра. И на базе этой фотографии делать уникальную палитру, которая вот будет потом мигрировать по этим трубам. А каждые крайние 10 минут часа лазеры мощные будут распускать вот эти вот световые цветы. Микола, власне, у нас так час вже завершується. Я думаю, всі, хто захоче це побачити, і власне, на День міста, і в інші дні. Власне, я хотів про інший об'єкт на сам кінець нашої розмови вас питати, до якого ви безпосередньо маєте причетність. Це вулиця Короленка. Для багатьох вже пішохідна частина її стала таким своєрідним новим символом міста. Взагалі, як вона створювалась і чи буде щось змінюватися в плані саме світового дизайну у найближчий час? Это очень интересный проект именно с точки зрения светового дизайна, поскольку там намечается такой ареал творческих там музеев, галерей, намечается там строительство нового театра, может, я какие-то, по крайней мере, об этом вот уже серьезно. Так, ну, в готелі «Україна», колишній будинок Хрєнікова, наскільки я знаю, там театр буде. Ну, грант готелі «Україна». Напротив. Так? Напротив, так? Да? А, значить, я трохи, можливо, трошки, да. Рибний, так. Да. От я слышав, що там буде театр. Рішили зробити цю подсветку творческой, интерактивной, живой. И подсветка там, кроме того, что там необычный свет покрывает поверхность пола, который, во-первых, эстетичный и уютный, но он еще и символичный. С помощью специальных стеклодувных фильтров,
которые стеклодувами делались вручную, мы создали там эффект водной каустики. Это таких вот бликов, как свет проходит через чистую воду, красивые водные разводы. Это потому, что у нас город на реке, одноименный с нашей главной рекой, и наш логотип города — это хвыля, хвылюючее место, поэтому вот вложен символизм. Днепро хвылюе, да? Да, да, Днепро хвылюе. Вот, то есть там свет, во-первых, вот такой вот водный на всей поверхности бульвара. Кроме того, он меняется в течение всего года. Там вот эти на растяжках светильники, каждый из них работает как индивидуальный пиксель, он в полноцветном спектре может менять цвет, и они меняют гамму автоматически по годичному календарю в соответствии с сезонами года. То есть пришла весна, они стали более бодрыми, пестрыми, осень, они пожелтели, желто-оранжевые, комфортные, зима, это там голубые, белые тона, и во все праздники они тоже автоматически создают атмосферу. В Рождество они превращаются как гирлянды, более пестрые, активные, в день Валентина, там розовые оттенки, свойственные празднику, даже там Хэллоуин. Вот. В национальные праздники весь бульвар становится желто-голубым, это светильники и над бульваром, и вот такие планшеты из картоновой стали. Они все живут и все создают атмосферу в течение всего года. Приходя туда, скажем, в разное время года и в праздники, ты сразу погружаешься в соответствующую атмосферу. На сам кінець, у нас буквально одна хвилина, але не можна не спитати, який проект ви ще будете реалізовувати, або, можливо, проекти? Тобто вони будуть чи ні? Буквально хвилини, якщо можна. Ну, к счастью, в городе у нас сейчас активно развивается частное строительство, и мы делаем сейчас, завершаем целый ряд больших объектов, офисных центров, жилых комплексов. Это и на улице Шершова бывшей, и вот возле стадиона «Металлург». Днепро-Арена, да. Вот. И вот эта площадь Успенская, в ней мы в комплексе с Центром современного искусства тоже запроектировали очень творческий, интересный, интерактивный свет, о котором тоже это прям отдельная история. Когда-нибудь, я думаю, в ближайший год это все достроится и будет что рассказать. И я думаю, что Днепр опять будет гордиться, там будет много новых инновационных решений. Все же, я бажаю вам успехи в вашей работе. Нагадаю, сегодня мы спілкувались с Миколою Каблукою. На все доброе.